29 декабря прошло плановое заседание административной комиссии. На рассмотрение было представлено 13 протоколов об административных правонарушениях, 4 по невыполнению норм благоустройства, 9 по нарушению тишины в ночное время. При составлении протокола присутствовала, по данному факту пояснила о том, что 13.11 с 9 часов находилась дома и отмечала свой день рождения. Членами административной комиссии все протоколы были изучены, в том числе учтены отягчающие или, наоборот, оправдывающие обстоятельства. Тем не менее, всем провинившимся придется заплатить штрафы за неправильную парковку на общую сумму в 13 тысяч рублей, за нарушение тишины общая сумма штрафов 17 тысяч рублей. По данному правонарушению на административный штраф налагается в размере от 3 до 5 тысяч. Какие изменения членов комиссии? Минимальный? Я думаю, что минимальный, да. Минимальный штраф в преддверии Нового года. Это стало заключительным 18-м заседанием комиссии в этом году. Всего же за 2020 год было рассмотрено 288 административных протоколов. 100 за нарушение тишины в ночное время, более 150 за неправильную парковку. Штрафы ударили по карману более чем 180 горожанам. Административная комиссия в большинстве случаев, наверное, в 90% или даже больше 95% единогласно принимала решения. Решения те, которые бы были приняты правильно, законно и на благо города. В своем нынешнем составе комиссия работает уже 2 года. В нее входят активные горожане. Это представители администрации города, депутатского корпуса, местных организаций. Их полномочия окончатся в январе наступающего года, а новый состав комиссии будет утвержден главой Десногорска Андреем Шубиным. По случаю завершения своей работы в нынешнем коллективе членам комиссии были вручены благодарственные письма и подарки.